Первые заморозки, первые аварии из-за гололеда на Окатовой, произошло массовое ДТП. Сразу три автомобиля стали участниками ДТП в районе площади Окатовой. Виной всему влажная дорога, превратившаяся в каток благодаря первому серьезному заморозку. Жертвой его становится Nissan Tiida, водитель которой не справляется с управлением, в результате чего машину выносит на разделительный бордюр и дальше на встречную полосу движения. Спускался с Окатовой в сторону Русской, куда? Русского острова. На гололеде меня занесло, так как, видимо, там... Ну, то, что вода, откуда она там идет, кто знает. Где-то там пробоина, видать, нам. И все, занесло, и вылетел вот на встречку через ограждение. Несмотря на невысокую, по словам владельца, скорость автомобиля, машина серьезно повреждена. Ремонт ее обойдется в немалую сумму. И это, если владелец пожелает ее восстанавливать. Плюс ему придется еще и возместить убытки городу за разрушенное его автомобилем леерное ограждение. Но неприятности с Тиидой оказались не единственными в это утро. Еще две машины попали в скользкую ловушку, поставленную здесь коммунальщиками. Они не озаботились перекрыть воду, вытекающую на проезжую часть. Поскользнувшись на искусственном катке и помяв столб освещения, на тротуар вылетает Toyota Axio. И тут же вслед за ней на скользкую дорожку въезжает Nissan Куб. Водительница такси не успевает удержать машину, и автомобиль аккуратно входит в левое крыло подбитого Axio. Большая гололедица, как бы ехала, машина подскользнулась, начала вести. И врезаюсь как раз в машину уже, которая была в таком состоянии. То есть Axio уже была в кювете? Да, уже была в кювете. Подбитый Axio пострадал серьезно, в том числе и от куба, добавившего шрамов на его поверхность. Помимо своей воли, конечно. Число машин, ставших жертвами гололеда, могло быть многим больше, не отреагируя оперативно на произошедшее сотрудники ГИБДД. Прибывшие стражи дорожных порядков не только занялись оформлением места аварии, но и установили пост в самом начале опасного участка. Инспектор буквально останавливает машины, заставляя водителей снижать скорость до черепашей. На Окатовой настоящий гололед, поэтому те, кто будет проезжать сегодня, завтра, послезавтра, будьте внимательны. Коммунальщики что-то опять опустили. На улице настоящий гололед. Легко проверить. В районе массового ДТП немедленно стала собираться плотная автомобильная пробка.